выйти. Что теперь? Везде обман. Везде обман. Халтурите. Дармоеды. Халтурщики. Метлы моей на вас не хватает. Волки позорные. Только раз бывает в жизни встреча. Только раз судьбою рваться нить. Только раз в холодный зимний вечер мне так хочется любить. Какая женщина! Давно не встречал такой красоты. Фигурка, что надо? А ножки? Ножки показывай. Ножки-то. Разрешите с вами познакомиться. Телефончик дадите. Да ты чё, Серый, обознался, что ли? Это же я, какая такая дамочка, это же я, Баба Яга. А ты не признал? Ну что за наваждение? Что за чудеса? Какая такая Баба Яга? Да какая? А вот такая. Изуродовали меня в этом Останкине. Весь образ испоганили. Как я теперь за Урганта замуж выйду? Как детей нарожаю? Как детей нарожаю? Как вот я детей вот с такими губами его нарожаю? Вот. А? Губами буду детей рожать. Девочки, голубочки, у вас все такие. Живее, не спи. Так, все, тихо. Давай. Давай, зверей. Метлы моей не хватает. Чего? Откуда метла? Споганили весь образ. Как я теперь за Урганта выйду? Как я детей нарожаю? Пугала я огородная. Так это ты, моя соседка по лесу, Баба Яга. Я тебя не узнал. Ты так изменилась. Богатый будешь. А давай познакомимся с тобой заново. Я бы даже женился на таком пугале, и детей бы нарожали. Давай я тебя приглашу на кофе. Мой. Начнем все сначала. Вот это да! Вот это поворот! Вот это кофе! А ну-ка иди отсюда, да поживее, не то я лисе все про твой кофе расскажу. Будешь знать, с кем связываться? Мне волки не нужны, мне урганты нужны, волки не нужны. Я лисе все про твой кофе расскажу. Ха-ха-ха-ха-ха! Пропустили. Я пропустил. Ключик тебе завтра сделаю, принесу. Там кусок пропустили. Какой кусок? Нет, это ты не помнишь. Это просто ты не тот текст сказала, поэтому я не включила это, понимаешь? Ну ладно, из-за этого кусок. Волки позорные были. Это когда волки позорные. Да, вот это не я все не включила. Я ну, говорю, да, ну ладно, все, хорошо. Дальше. Нет, просто ты не ушла в этот момент, и я
Я ждала, пока сцена кончится. Хорошо, ладно, идем дальше. Давай, 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 выходим. Кто следующий? Песенка, песенка. Здравствуйте. А вот, занимай свое место, давай. Уже иди сюда. Уже, а, уже все, да? Уже 9 час. А-а-а. Уже почти 10 сидит. Да нет, еще 9 нет. Сказочник. Ну вы? Мария. Меня взяли эту. А-а-а. Миша, давайте читайте. Ну говори, Миша, уже ладно. Ну что ж, доброе утро, я Гуся. Добро пожаловать назад в реальность. И что бы там ни говорили, путешествие в Останкино даром не пройдет и запомнится надолго. Не горюйте, я... бабушка. Да, я выступаю как раз на сцене. Все нормально. Будет праздник. И повстречаетесь вы с Анджелиной Джоли, и посидите с Ургантом за чашечкой кофе. Пути Господни неисповедимы. А жизнь прекрасна! Дима, где ты шляешься?